Информационные технологии плотно вошли в нашу жизнь. Еще 5 лет назад никто не мог подумать, что такси можно будет вызвать через мобильное приложение, а заявление в ЗАГС подать при помощи интернет-ресурса. О достижениях республики в сфере IT говорили на сегодняшнем форуме. 5 лет назад в республике заработал единый портал госуслуг. С его помощью можно выполнить практически любые операции. От оформления земельного участка в собственность до оплаты штрафов ГИБДД. Заместитель министра информационной политики отметил, что сегодня республика находится на 3-м месте в рейтинге оказания госуслуг. Кстати, в этом году портал госуслуги ждет ребрендинг. Несмотря на то, что мы не стоим на месте в вопросах внедрения IT-технологий, проблемы в этой области остаются. Это прежде всего дефицит кадров. Это качество подготовки специалистов, это преподавание, естественно, научных дисциплин, в частности, информатики в школах. Наконец, для республики наиболее актуальным является увеличение количества предприятий, относящихся к отрасли IT. И мы рассчитываем, что эти предприятия будут сформированы молодыми выпускниками, специалистами высших учебных заведений. Популяризация госуслуг в электронном виде – одна из главных задач в регионах России на этот год. На реализацию мероприятий субъектам на конкурсной основе будут выделены федеральные субсидии. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.